Мы продолжаем путешествовать в долине смерти. Ну чё, погнали? Черные драконы несколько. Блин, тебе что-то сейчас до меня дошло, что мне надо было оставить свободное место для призраков. Хотел сейчас взять призраков, но у меня нет свободного места, чтобы их потом отделять. Так. Чё, сколько он там? Скорость 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всем хана. Всем хана. Эх, ну что, поехали. Черт, они все первые ходятся. Вот невезуха-то. Что за бред? Почему они все первые сходились? Инициатива 6. Так у меня первый ход. Должна быть 7 инициатив. Фигня какая-то. Фигня. Ладно. Так, пока замедлим этого. Ау! Блин, даже не знаю, кого бить. Ладно, с драконом по змее разберемся. Так, значит, да? А нет, лучше по центру, чтобы... Некромант не смог отойти. Так, и... Что, убийца драконов? Хотя я и так его почти убил. Че, некромант? Здорово, коли не шутишь. Да ладно, напугал. Так, пора воскрешать. 4.
Да черт! В самый момент, блин, закончилось я. Что ты будешь делать? Теперь еще змею придется воскрешить. Задолбали. Так, ладно, пропускаем. Так. Где мое ударение? Мое ударение. Так. Блин, этих еще шестерых, кажется. А, один остался. Ну все тогда, значит, нормально. Всё. Да, я думал, долго буду этих черных драконов убивать. Внутри могилы обнаружили лишь ничего. 5 грамм ничегошенек. Так, разворот мне в другую сторону. Ты уж совсем что-то заплутал тут. Так, кто там стоит очень сильно? Легион тьма. Даже не знаю, все биты вам что-то не очень хочется показывать, значит, тут займет куча времени. Ну, бои, в принципе, интересны. Орда, группа. Ладно, вот этот бой не буду вам показывать. Надо ману накопить. Потом подеремся. А, давайте пока поговорим с деревом. Дерево смерти. Странно, дерево покачивается и протянет скрип удивительно. Эй, дерево смерти, у меня кое-что есть для тебя. Да, говори. Вот смотри, этот крохный росток дарит тебе твой собрат, древо жизни. Странно, древо отклонилось, словно уворачивается. Нет, да, нет. Поверь, да. Да вашу ж мать, я вообще с вами не хотел драться. Чё за бред? Загрузка идет. А я хоть успел сохраниться? Да, успел. Придется сначала с тем тогда подраться, а потом с древом разберемся. Нет, я думаю, лучше вам показать этот бой. Тут целых 20 костяных драконов. С ума сойти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре. Да блин, до всего достают уроды. Вот странно, сейчас инициатива моя работает, а почему тогда она не работает? Черный же дракон, они что-то там подавляют инициативу, сколько я помню. Да, точно. 390-360. Мне это так отряд напоминает отряд, который был в Воине Севера, тоже что-то такая толпа драконов костяных. А может замедлить?
Хотя бы вот этих 12. Фу, блин, я уже думал сейчас стрелять. Блин, у моих всех персонажей такая инициатива маленькая. Так уберу тем, что в первом раунде. Гадство. Так, ладно. Ну-ка. А чё этот не разрушается? А если разрушить? 5 и 8. Блин, еще слабее. Колебусь и воскрешать тут всё и всех, вся и всех, всех и вся. Ай, так. Что ты добить не можешь? Ладно, остальное не буду вам показывать. Сейчас тактические будут соображения по воскрешению и убеганию от пука. Все, всех воскресил, нормально получилось. Могу вам рассказать немного свою тактику по воскрешению. Когда у меня заканчивается мана, я использую там ярость, эти шарики, которые дают маны. Вот, а потом, если мне не хватает ярости, я беру высасывание ярости. Циклопов было двое, поэтому мне хватило, короче, ярости. Так что можно. Ого! Урон! Ну блин, 60 это много. Ну ладно, так и так. Так, давайте докончим с деревом. Поверь мне, да. Опа! Спасибо тебе, человек. Здесь неуютно, но я смогу приспособиться. Быть может, вскоре здесь будет свой волшебный зеленый лес. Прими эту награду. Заклинание, которое пригодится тебе в походе против сил тьмы, примененное в бою, оно поможет тебе держать нежить в страхе. Спасибо, я воспользуюсь заклинанием. Растап, скорее, это место нуждается в очищении. Фух.
Так, а что за заклинание оно мне дало? Эту древо. Там должно быть такое вроде... А, вот, да, свет жизни, я так и думал. Нечто в конце области получает магический урон и старается бежать подальше из всей области войска. Других раз наоборот лечится. Действует на демон. 695. 1100. Ну, не знаю. Стоит делать. Вот у меня этот лучше есть. Я могу поджечь. И маны меньше стоят, а что 20 как-то они. Ладно, я проверю, какая область. Если, конечно, область больше, чем у огненного дождя, тогда имеет смысл. Так. Так, что дальше? О! Косточка. Потихоньку мы пробираемся куда-то очень сильно. Пошли стрелки. Я вот думаю, может, не высадить призраков, взять наконец вампиров. Блин, сейчас пока туда-сюда ездить буду, вся ярость улетучится. А вот место, где драконов можно набирать, я помню его. Сначала надо с ними тут подраться. Костяной дракон. Костяного дракона есть яйца. Где это отряд? А, это тот. Так, кого бы мне взять против этой армии? Эльфов. Они будут стрелять по единорогам и красным драконам. Вот вампир бы, в принципе, пригодился. Он бы мог бить... Крепляться на драконе и на единороге. Блин, даже не знаю. Маны надо накопить. Или этой армии все-таки попробовать. Ладно, шамана накоплю. Пойдем в бой. Ух, ни хрена себе тут. Драконов дофигища. Так, 16. Вроде не должен долететь. Бы вам, ребятки, такого тут нехорошего сделать. Ничего себе, троих. 73. Раздумья, не знаю, что делать. Ну да, площадь такая же, в принципе, как и этим огненным шаром. Замедлять надо самых жестких ребят.
Иначе тут пойдет такая бодяга. Бедный мой глаз. Все страдает. Страдалец ты наш. Пять, три, шесть. Да, тяжело драться, когда столько этих летунов. Ой, что я сделал? Ну все, теперь не пройдет змея. Такие уроны. Здесь надо рыцарей брать. С летунами. Стрелки вообще тут. Не, ну их нафиг, не буду я с ними пока драться. Слишком много летающих, они закрыли всех моих стрелков. И все так, ладно. Куда мне ехать? Куда мне ехать? Я уже губ каких-то пещер проехал, серая пустошь. Блин, здесь тоже одни драконы. Мало орда, орда. С этим что ли подраться? Что, у меня место разве есть? Да нифига себе! 9 черных драконов, да вы рехнули что ли? О господи. Спасибо. Большое вам спасибо, человеческое. Блин, здесь у этих ой. А, стоять, чё ярость. Я думал, здесь все закрыто, он пролез, Чё я ярость не использовал? Thank you.
Ай, блин, он же по-моему стрелял. Почему я последний хожу, я все что-то через задницу. А, сильно я прям стал бить. Ёлки-моталки. На, типа, травить пока. Бьет. Ну давай еще кого-нибудь ударим. Встреч по 800. Детский сад закончился, пришли серьезные испытания. Чё, урод? На! Ну чё, будет дракон двоих бить вот так вот? Нет, не хочет. Дарбу вот так. Да не буду я на него тратить магию еще. Мне сейчас воскрешать надо будет. Я его так расстреляю. Сволочь. Ладно, сейчас посмотрим, насколько мне хватит маны и ярости на воскрешение. Да, не получится у меня всех воскресить. Слишком много маны. О, уже 40 единорогов. Да. Змея там тоже полно потратил, мне пришлось воскрешить. Что-то гизм вообще мне не дают прокачать. Оп-оп-оп-оп-оп, стоять. Чё? Очень сильный. Так, надо мне обратно возвращаться. Наверное, все-таки возьму вампиров вместо призраков. Вот, ну и подкуплю змей, единорогов. Собирал армию, все, вот такую решил, черных единорог взять вместо белых. Чего пугаете? Очень сильно, блин, а. Ну давайте попробуем подраться, я не знаю.
Сейчас все зависит, сколько будет черных, если очень много смысла. Да блин. В одном отряде сейчас смотрел, там в одном 14, тут 12. Бесполезно. Надо рыцарей брать. Рыцаря у меня пока нет. Поэтому... Что? Пропускаем их. Так, давайте еще раз попробуем вот с этим отрядом подраться. Смирно. Возьму вампиров вместо грязев. Не знаю, как получится. Да, в прошлый раз они, конечно, кучнее стояли. Такой вампир, бейте меня! Я вообще самый крутой. Так, ладно, пока не буду превращать. Чёрт! Куда же ваш... ваш летунов-то столько? Хотя желательно, конечно, превратиться, чтобы когда он ответил, я смог восстановить свою популяцию. У меня будет жизни меньше. Ну-ка, насколько жизни у него меньше? Здоровье 64. Ты если кольцо надел. Это один. Да, сильно здоровье уменьшается, конечно. Ну посмотрим, как наш вампир выдержит. Чёрт! Что-то я не посмотрел, что. Ой-ой-ёшеньки-ё-ё! Так, а чё всего делать? Дайте тогда мне ярость. Даже не знаю, кого бить, скелетов, этих. У этого сколько стало скорость? 4, да? Раз, два, три, 4. Что ж такая дилемма-то? 3, 2, 4. Да, что-то вампир вообще слабо как-то бьешь, если честно. Сейчас что-то сделаю. Да. Еще раз. О, господи. Почему так жестко?
Тебя давайте заведем. Ждем. А тут век не воскрешаясь. Либо принимать все эти потери как должное, либо не знаю, какой-то отряд надо искать такой сверх. Сверхмощный. У меня просто нету что-то мысли на это счет. Слишком много драконов всякого летающего дерьма. Просто я не знаю, что делать. Вообще покоцали. Ну эти хоть шаром займутся. Как можно шар отравить? Что за бред? Отравленный шар. Вампир тоже особо не помогает. В роли... Не, мне призрак больше нравится. Теперь что-то вообще какой-то хилый. Дракон, что с тобой такого сделать, а? Пропускаю эту битву, не знаю. Посмотрим, сколько я там воскрешу в конце. Если будет вообще все хреново, наверное, не буду еще драться. Посмотрим, подумаем. Вот такие потери смог я пережить. Не хватило вот на этих 326 священников. Оставлю их у себя, буду из них делать инквизиторов. Ладно, бог с ним. А, слишком это муторно. Воскрешать опять. А вампиры, смотрите-ка, все восстановились вот так вот. Вот оно как бывает. Ну, один хрен надо что-то делать, что-то делать. Хрупкостей его. Чёрный рыцарь. Костяной дракон. Что тут на кладбище имеется хорошего? Кстати, сколько костей-то надо собрать? Ага, пишет. Деньги. В шарме нет места для новых бойцов. Бойцов-сорванцов. Так, пока что так. Очень сильный. Да, если этих изумрудных драконов будет немного, в принципе. Смогу справиться.
Ладно, это все оставим на потом. Ладно, надо же единорога сходить, тогда купить пока что. Ладно, займемся статками в следующей части. Тяжело, тяжело, конечно, в мире нежити этого. Неживых спокойно подпитываться. С вами был 5P74, до новых встреч, друзья. Всем пока.